Стихийное бедствие в Северной Осетии. Этой ночью с горной вершины у поселка Кармадон сошел гигантский ледник. Он стер с лица земли 15 домов, в которых, по предварительным данным, проживали порядка 30 человек. На месте найдены тела 4 погибших, остальные числятся пропавшими без вести. До сих пор остается неизвестная судьба кинематографистов из группы Сергея Бодрова-младшего. В Кармадонском ущелье они снимали один из эпизодов нового фильма. На МЧС Северная сеть опровергли информацию о том, что режиссер Сергей Бодров вышел на связь. Пускаем их туда, где нет тяжелой доли. И будем помнить их счастливую улыбку и глаза. Мы будем помнить все моменты счастья, всю радость встреч и горечь всех потерь. И что бы ни случилось в день ненастный, согреют душу ангелов. Ты только в это верь. Поверь и в то, что ангелы порою на землю неспроста спускаются с небес. Что дальше будет, я не знаю. Каждый человек задумывается там, о смерти, как каждый человек задумывается о Боге. Да, я просто не уверен, нужно ли об этом говорить перед камерой. Бояться не нужно. Нужно просто помнить. Все. Тогда жить будет, может быть, немножко сложнее, да, но правильно. В финале сценария фильма «Связной» есть эпизод. В 1929 году на Алтае красноармейцы посадили в самолет местных шаманов. И когда он взлетел, выбросили их. Ведь по преданию, шаманы умеют летать. Вот и парят они по сей день между небом и землей, спасая прощенных и прощая спасенных. Тех, кого любили до и после. Пусть разделяют нас сегодня Бог и небеса. Мы отпускаем их туда, где нет тяжелой доли. И будем помнить их счастливую улыбку и глаза всегда. И лестница все круче. Не оступлюсь ли я, чтоб стать звездой падучей на небе бытия?